Всем хай, сегодня с вами я, Мегалодон. Сегодня мы снимаем Райдер, если лагать не будет. А, оно не лагает, ура! Так. Погнали. Это уровень 14. Для меня самый сложный. Здесь невозможно пройти, особенно вот это вот. Мои друзья еле-еле проходят. Они даже неплохо играют все равно в Райдер. Вот видите. Ну и я играю в Райдер уже неплохо. Так, ладно. Сейчас просто тупы на любом внедорожнике или мотоцикле. Уже 26 у меня мотоцикл. Случайный мотоцикл. Вот так возьмем. Ну и сразу нам выдают самый первый. В принципе, я выберу, если другой, то у меня мне его и выдадут. Ой, как сейчас опасно было. Я его скачал только вчера, потому что мне дали интернет. Так как я до сих пор в деревне, сегодня я еду в город, там, где есть интернет. Блин, как сейчас махануться-то неудачно. А, скелетон. Вот я его как раз таки сегодня получил. Так. Это что же сейчас было? Так, мы на другом не помним, как он называется. Так. Погнали. Осторожненько. Осторожненько выруливаем. Я сказал осторожненько. Молодец, машинка. Так держать. Спасибочки, лохи. Все лохи, которые говорят так держать, говорят, что они лохи-лохи-лохи-лохи-вахи. Короче, вы молодцы, если играете в Райдер. Ну а если вы лох, то смотрите мои видео и научитесь. Это изи. Потому что лохом в Райдере быть невозможно. Гольф-карт, вы издеваетесь. Так... Если бы в ежедневной награде выдавали бы машины какие-нибудь, то я бы обязательно это выполнял. Ежедневную награду. И у меня был бы сейчас уже полный комплект машин. Но только чуть-чуть подождать, там пару видео, что ли, через некоторые дни. Ну вот так. Учитывая то, что здесь 55 машин, и то, что здесь и так на них можно зарабатывать, то это будет изи, если бы в ежедневной награде давали машины. Ну, я думаю, вы уже поняли. Пока что наслаждайтесь просмотром, спокойной музыкой, красивым разбиванием кристаллов и разбиванием моего мотоцикла или машины. Вот такое я тоже недавно получил, буквально вчера. Да я вообще большинство машин вчера получил. Сегодня я получил только пару. Или одну. Это Токио называется. Мотоцикл, не знаю почему. Так, сейчас я сдохну. 4! Надо пользоваться моментом, пока ты летишь вниз. Или пока ты летишь вверх. А куда вы летите, я не знаю. Наверное, ваша репутация летит вверх. А моя... И моя вверх. У меня, кажется, один подписчик. Кажется. Если он правда подписался. Потому что мне друг... Это мой друг, Дизель77. Да, он на меня подписан. Наверное, потому что он сказал мне это только ВК. А интернет в то время кончился, когда я уже решил... Когда я качал игры и решил в них поиграть. Интернет уже кончился. И я лоханулся. Да. И теперь я не могу посмотреть. Ну, пока не могу, потому что в городе тоже будет интернет. Так что я обязательно посмотрю. Так...
Надеюсь, на колокольчик он нажал. Мастерски. Ну да, я неплохо играю. Вау, вау, вау! Опасно! О, кстати, миссия. Миссия набрать 40, от 41 до 45 очков в 4 раза подряд. Думаете, это сложно? А вот нифига. Это очень сложно. А! Я же сказал. Так, у меня уже 594 кристалла собрано из 1200. А мне надо 1200 кристаллов, чтобы накопить на новую тачку. Ран, 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 Вася, ран. Ран, гольф, карт, ран. Или как? Он, в принципе, и называется так, здесь гольф. Средний результат, предыдущий результат. Мне кажется, я превзошел себя. Ура. Это очень хорошо. Мастерски. Я мастер. Жух. Могу сделать идеально, в принципе. Но сейчас нет такого задания. Ран, ран. Вот как красиво делает батя. Так, уже 39 очков. Очко! О, 42. Уже 2. А, в смысле, 1. А, да, точно, я что-то раз сдох. Почему подряд? Я ставлю этой игре, в принципе, звезды 4-3. Потому что здесь бывает заедает кнопку и так лагает, что он сам едет и в любой момент может сдохнуть. Если в этой серии будет этот лаг, то я вам обязательно скажу, когда он будет. Он просто будет сам ехать. Я люблю вот этот мотоцикл. Цикл. Мотоцикл. Аехзе. Ну, хотя бы поменьше сделали очков. Там, например, от 31 до 45. Фух. Фух. Это было опасно. Это было опасно. И это было опасно. Средний результат. Да ладно. Жух. Здесь надо лимузин, чтобы подлиннее, чтобы собрать все кристаллики. Так, ладно, погнали. Скейтборд. Не сосет. Не сосет. Хороший скейтборд. Погнали. Стой. Нет. Ты же сосёшь теперь. Ну, вообще-то нет, хороший. О, мой любимый. О, уже не любимый. Пятерка тебе. Из 97, которых я получил. Сейчас докажу. А! Ран. Твою мать! Что это стало? Что со мной стало? Ну, сейчас давайте до первой смерти уже. После этого, если только десяточек наберем. После первой смерти, и мы станем прощаться. Может, вам покажется, что видео короткое, но нет. Так, давай. Так. В следующем видео заснимем криту. Надеюсь. Потому что крита это для меня святое. Ладно. Всем до свидания.